станицу Гастагаевская полярный мишка приезжает уже во второй раз. Ростовая кукла – главный герой благотворительного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья. В очередной раз свои двери нам открыл центр для детей и молодежи «Ресурс», чему мы очень рады. Мы заметили, что детям очень нравятся эти мероприятия, потому что они здесь проявляют активное участие в играх, они задействованы. Формат такой, что для каждого найдется по интересам, да, какая-то деятельность. Кто-то может танцевать, а кто-то может, например, принимать участие в мастер-классе. На мастер-классах ребята раскрашивали пряники, создавали различные фигуры из воздушных шаров и плели фенечки. Подвижные игры с детьми провела профессиональная команда аниматоров. Маленькие жители станицы кружили в хороводе, танцевали и даже стали участниками фокусов. Мы уже здесь второй раз, с Нового года мы были. Очень весело. Аниматоры. Это здорово. Для таких детей с ограниченными возможностями это потрясающе для нашей станицы мероприятие. Ребенок доволен. Правда, немножко устал, но смотрю, красиво, все весело. Потрясающее мероприятие. Завершилось благотворительное мероприятие вручением подарков. В будущем организаторы планируют проводить подобные праздники на постоянной основе. Никита Васюхин, Игорь Куршаков, Анапа регион.